В Америке на 93-м году жизни умер писатель, поэт и сценарист Юз Олешковский. Он родился в Красноярске в еврейской семье. Свой творческий путь начал в 50-е годы. В СССР Олешковский получил широкую известность, в том числе благодаря написанной им в 1959 году песне «Товарищ Сталин», авторство которой часто ошибочно приписывают Владимиру Высоцкому. Помимо этого, он написал сценарий к фильмам «Вот моя деревня», «Аварийное положение», «Что с тобой происходит», а также произведение «Два билета на электричку», «Кыш и я в Крыму», «Маскировка», «Карусель». В 2001 году писатель стал лауреатом Пушкинской премии Гамбургского фонда Альфреда Тепфера.